Бластин, для тебя это первый сплит после долгого перерыва. И в начале сплита, когда мы разговаривали, ты был очень заряжен, очень мотивирован в сплит выиграть. Тем не менее, команда столкнулась с большими проблемами. Как с этими проблемами справился лично ты? Ну, не знаю, как команда. Вообще, каждый профессиональный игрок справляется со своими проблемами сам обычно. Ну, по крайней мере, в СНГ. А в какой-нибудь Северной Америке есть там психологи, там, ну и так далее, сами понимаете. А у нас каждый справляется сам, и каждый, допустим, я заедаю свое горе. То есть что-то не пошло, я на всех злюсь, и самое главное в этом моменте просто никому ничего не говорить, просто прямо к еде идти, запить яблочным соком и заесть. Вот, в принципе, и все. Весь мой секрет. Что ты предпочитаешь, чем ты предпочитаешь заедать стресс? Ну, вообще, у нас на студии неплохие бутерброды, и в субботу-воскресенье я там съедаю по 2-3, может быть, ну, 4, этого очень, почти никогда, вот. А обычно у меня марципан, то есть марципановые шарики, там специальные, я в Азбуке покупаю, и в принципе, все. Яблочный сок и марципан, вот мой секрет.